Увидеть большое количество интересных кейсов в одном месте можно только на премии «Время инноваций». Ежегодно она собирает десятки компаний, которые внедряют современные проекты. С каждым годом количество конкурсантов растет, и некоторым компаниям удается сразу стать лауреатом. Компания BQ презентовала уникальный камерафон с искусственным интеллектом. Хотелось бы отметить безрамочный дисплей нашего телефона. Это новая модель BQ Aurora 6200L. Это функция разблокировки по лицу, которая работает даже в темноте. Это камеры, которые поддерживают функцию искусственного интеллекта и позволяют делать фотографии, сравнимые с профессиональными. Ну и, конечно же, это мощнейший производительный процессор. Стать лауреатом не просто, но очень почетно и крайне важно для дальнейшего развития инновационных направлений. Сервис «Телемед» помогает клиентам эффективно взаимодействовать с поликлиниками, больницами и врачами и получать онлайн-консультации от специалистов разного спектра деятельности. Благодаря сервису «Телемед» можно сократить количество ненужных обращений очных в клинике без ущерба для контроля за состоянием здоровья, как, например, хронических больных, и перевести вектор такой заботы о здоровье на профилактику и раннюю диагностику заболеваний. Ежегодно в число победителей конкурса входят компании, представляющие не только новейшие технические разработки, но и проекты, предлагающие новые решения для повышения эффективности бизнеса и сервиса. Мы позиционируем себя как отель, который не останавливается постоянно на достигнутом. То есть каждый год мы внедряем все новые и новые технологии, какие-то инновации с точки зрения предоставления услуг гостиничных в том числе. Мы не первый год на этой премии, и это очень радостно для нас, потому что мы всегда стараемся идти вперед в ногу со временем. Премия «Время инноваций» помогает внедрять новейшие технологии и популяризирует науку, стимулируя интерес общества к изобретениям. Поэтому среди лауреатов есть и компании с социальными проектами. Сеть московских стоматологических клиник провела конкурс среди людей с низким доходом по бесплатному восстановлению зубов. Для нас эта социальная акция, она шанс подарить тем людям, которые не могут, да, по каким-то возможностям, часть той радости от людей, которые могут себе это позволить. То есть это как естественный обмен своего рода. Вот, поэтому никто из таких акций на данный момент на территории РФ не делает, поэтому мы решили, что нам будет не жалко, да, поделиться с одним, с двумя людьми, да, такими вещами, которые им, возможно, в течение всей жизни будут недоступны. Все участники премии приобрели не только знания, опыт и новые знакомства, но и прекрасные воспоминания о Сочи, пообещав вернуться сюда в следующем году. Татьяна Говоркова, Дмитрий Говорков, телекомпания ФКТ.